Это дорога на Калташи. На Корунды и прочее. Пока едем в сторону Калташей. Бывает, что попадают интересные вещи в промоинах, вот наподобие этой. Осколки кварца. Вода шла, и много воды. Вот что-то интересный камешек какой-то. Вымыть надо. Вау. Понятно. Кварц сливной тут. Похоже. Кварц. Себе жила, что ли, проходит под дорогой. О, какая большая каменюка. Да. Отмоем, посмотрим.
да. Вот эта часть корундов прошлых лет из этого проявления. Ну вот неплохой образец, но видите, он не полный. То есть у него еще здесь такая половинка, веретёшко. Веретено как бы получается. Бывали неплохие кристаллы, но разошлись все. В принципе, вот если этот брать за основу, за средний, где-то вот 3-3,5 сантиметра. Ну, 6-7, значит, кристаллы были неплохие. Сроски. Раньше попадали, вот их нет. Оптом здесь. Меня тут попросили. С такими вот синими. Сами-то кристаллы серые, но бывают включения синеватые. Так что вот. Вот такие. Вот тоже видите, часть кристалла. Вот, чувствуется даже по весу. Ну это уже остатки в память. В память о том проявлении. Похоронено под землями пахотными. Дождь не прекращается, даже снимать желания нет. Вот халцедоны, такие всякие разные, где и халцедоны, где не халцедоны, не видно в комке грязи.
заросло все. Канаву, где хотел достать их, завалило. А может, завалили. Это что? О, это кварчик. Жилка где-то недалеко. Тупо беру, а потом мыть надо. Какая-то желудка есть там. Попробовать что ли разбить. Вот халцедончик, но с каким-то корундообразованием. Тяжелое. Вот таким макаром. Ну, вот здесь вот меньше травы. Может быть, лучше будет видно. Ладно, смотрим. Вот это вот халцедончики. Вот этот интересный уже. Дождиком вымыло. Мелочевка такая. Непонятно. Сюда их с ножом. Thank you.
одной стороны интересно собирать, когда дождь, лучше видно, а с другой стороны, видите, какая погода неудачная. Вот, неплохой.